я не согласен с действиями японцев, которые собираются слить остатки охлаждаемой жидкости морские. Идут в организм человека через рыбу, которую человек добывает в этих водах. Та же самая рыба, которая добывается, ну, ловится в море, а вода, которая фильтруется и также, скорее всего, идет на промысел, на какой-то по трубопроводу, либо уже, может быть, питьевую из нее делают. Люди купаются в море, земля, почва заражается всем этим. Может даже людям навредить, так как радиоактивный фон может повыситься из-за этого, как и в самом океане, так и радиоактивные воды могут прийти в другие части. Надо какие-то заводы делать по переработке. Экологичное загрязнение, и в конце концов, действительно, да, Япония первая же от этого и пострадает, потому что они завязаны на морепродуктах, и то есть они, в принципе, сами по себе главный экологический борец, и прийти к такому решению, на самом деле, это очень